Солнце, день чудесный. Сколько раз мы слышали эти строки, но мы никогда не задумывались, в каком состоянии души они писались. Я, почти на 100% уверен, что тот, кто это написал, испытывал тоже примерно, что испытывают сейчас вот эти вот сотни людей, которые сегодня собрались в этот солнечный день на прекрасном водоеме. Поучаствовать в очень интересном мероприятии, пообщаться с друзьями, получить громадный заряд эмоций. Вот за это я этих людей очень уважаю и люблю. Наблюдаю за ребятами, активно получается активно, видать, по весне хорошо дошла рыба. Обед вообще очень вкусный, пловик на морозе, горячий, с мясом, вот такой вот. Давай.